В Государственном фонде «Защитники Отечества» прошла встреча участников специальной военной операции с представителем Центра реабилитации «Ясенки». Ребята приезжают к нам со всей Московской области. Они оформляют документы очень легко и быстро и непринужденно в социальных службах своих районов. У нас они могут проходить реабилитацию медицинскую и социальную, и психологическую. Они могут лечиться у нас столько, сколько нужно для того, чтобы поправить свое здоровье. У нас много очень серьезных и хорошо отработанных направлений реабилитации. И одно из них, как мне кажется, очень важное на сегодняшний день. Мы помогаем ребятам встать на ноги. Представители реабилитационного центра рассказали о базовой программе восстановления после возвращения из зоны СВО. Военнослужащие проходят консультации терапевта, невролога, травматолога и психолога. Основной курс лечения длится 21 день с использованием современного медицинского оборудования. Это уникальный аппарат французский, один из немногих импортных аппаратов у нас. Он помогает в балансировке. Да, баланс платформа фактически. Она компьютерная, то есть туда можно загрузить свою потребность. Вот в этом зале ЛФК-2 аппаратура заточена для тех, кому сложно в передвижении.